Вітаю, в ефірі студія, репортер з Дмитром Богомоловим. Сьогодні в нашій студії голова Київської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова Олег Тіктенко. Вітаємо. А також активіст Української морської партії Сергія Ківалова Денис Чумаченко. Вітаємо, Денисе. Вітаю з тим, що напередодні відкрилася Київська районна організація. Так, все пройшло дуже чудово, помпезно в музеї футболу. Розкажіть про плани праці, як будете, про які над чим працювати саме в Київському районі, і як пройшло відкриття, де можна буде знайти депутатські прийоми? Ну, здравствуйте. Для начала я немножко скажу кратко історію. Дело в том, что Сергея Васильевича Ківалова и партию я знаю еще с 97 года, когда здесь только все формировалось. Я выпускник юридической академии. Я один из, когда еще не было ни партии, ничего, когда были созданы первые фракции. Помните, была первая фракция «Ом-партия» в городском совете. Вот я как раз входил в эту фракцию. Тогда был молодой состав, мы были молодые, нам было по 28, по 29 лет. И мы тогда вот одни из тех первенцев, которые создали в городском совете украинскую партию. Поэтому Вы бачили, как все начиналось? Конечно. Я наблюдал, просто жизнь стекла. Были разные, скажем, моменты, работы, становления. И вот спустя, скажем так, какое-то время меня пригласил Сергей Васильевич, предложил возглавить Киевский район. Я, недолго думая, согласился, потому что все-таки мы больше 22 лет друг друга знаем и как-то и родные по духу. И поэтому, скажем, и Киевский район — это мой район, где я вырос. Я там с дня рождения. Поэтому... І ви працювали по Київському району. Конечно. Також. Розкажіть, що знаєте про сьогоднішні питання, такі найжвавіші, що наболіли вже в жителів. Чим плануєте займатися? Ну, для початку у нас прийомна Київського району буде знаходитися по адресу Фонтанська дорога 16Б. Це основною буде у нас штаб і прийомна. Второе у нас буде на площаді Толбухіна. Мы более точный адрес скажем. И на школьном аэродроме у нас будет сейчас три приемных, открытые одновременно, где будут работать юридические клиники по обслуживанию населения, оказанию им юридической помощи. Кроме этого, мы открываем на Вильямса 59К, у нас там есть медицинский центр. Мы открываем бесплатно на медицинском центре по проверке коронавируса, и будут выдаваться иммунные паспорта. То есть немаловажно. То есть, это дуже актуальное питание. Да, мы тоже очень долго думали и решили открыть локацию именно в центре Киевского района. И это, скажем так, будет большое подспорье. Не каждый может сегодня делать бесплатно какие-то услуги, потому что везде берут за это все деньги. Мы в этом все делать бесплатно. Хотелось, чтобы Денис також додав про эту тему с иммунными паспортами, насколько это необходимо сегодня для одеситов. Тем больше мы видим, что за статистикой, на жаль, повышается кількість захворювань наразі, і дуже потрібно зараз перевіряти додаткові тести для одеситів. Спасибо за вопрос. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, дорогие телезрители. Хотелось бы отметить, что действительно вопрос тестирования заболевших, ну или в целом людей на заболевание COVID-19 на сегодняшний день достаточно актуальный вопрос. Связан с двумя факторами. Первый, что на сегодняшний день городом закуплено минимальное количество тестов, благодаря которым люди могут провериться на данное заболевание. И второй фактор, что даже если это тесты где-то есть в частных клиниках, да, они стоят сумасшедших денег. С учетом того, что у нас длительно проходил карантин, и до сих пор еще проходит, мы знаем, постановка Кабмина, он продлен, многих недостаточно средств для того, чтобы просто банально провериться. Поэтому по инициативе главы нашей районной организации при поддержке Украинской морской партии, вот Вильямса 59К, это медцентр Медиаком, непосредственно там будет базироваться такой вот центр, да, где будут все жители Киевского района иметь возможность провериться, протестироваться на заболевание COVID-19. Кроме того, этим помощь не ограничится. Там будут принимать, насколько я понимаю, еще вот мы это обсуждаем, но будут принимать врачи, которые будут оказывать дополнительную медицинскую помощь вот людям, которые этого будут требовать. Поэтому всячески
будем стараться развивать вот такой вот социальный проект непосредственно в Київському районі. Дуже дякую. Ще дуже цікаво про ще додаткові ініціативи і взагалі питання, які по Київському району можуть зацікавити жителів. Це і, можливо, питання житлово-господарського, житлово-комунального господарства, це і, можливо, переведення домівок на права власності в СББ, чи ще якісь, якщо є такі ідеї у вас. У нас есть такие идеи. Я не новичок в этой индустрии. Я на улице Вильямса в Киевском районе построил целый микрорайон по программе президента «Жилье и молодежи», если вы слышали такое. Мы построили там большое количество домов. Сегодня они там прекрасно обслуживают два ОСМД, которые мы передали им на обслуживание. По поводу создания и перевода, ну, если вдруг дома захотят перейти с коммунальной собственности в ОСМД, объединиться, то у нас такой опыт большой, и мы готовы оказать помощь в переводе домов с коммунальной собственности. Я думаю, город с удовольствием пойдет на этот шаг. И создание там ОСМД, и мы полностью можем обучить там молодых председателей, как правильно вести дом, как вести хозяйствование. Это очень важно, потому что сегодня многие, которые создают ОСМД, потом приходят, бросают, мы не знаем, что с ним делать зачастую. Потому что хозяйствование и быть хозяйственником в доме — это очень, скажем так, ответственная работа. Потому что потекла труба — виноват председатель. Потекли в подвалах там любые сети — виноват, нет света — виноват председатель. Или в данной ситуации ЖЭКи. Но самая большая проблема — это научиться правильно этим управлять. Надо уметь создавать фонды, надо уметь правильно, чтобы были какие-то резервные материалы, и правильно вовремя среагировать, чтобы в доме был комфорт. Ведь дом — это, ну, живой орган, которым надо правильно, если ты правильно в нем навел порядок, значит, у тебя все будет в доме хорошо всегда. Правильно? А остальні мелочі, вони... Так само і район. Так, взагалі. Тобто це стосується будь-якого будівництва чи взагалі праці. Але якщо, наприклад, у таких домівок вже є борги, скажімо, і через це люди можуть, ну, в них якийсь, ну, страх такий. По будь-якому домі, який є, треба, ну, тобто по будь-якому довгу треба розбиратися. Или він надутий, или он, ну, настоящий. То есть, если он настоящий, а долг может быть только в одном случае, что не платят жители, надо приходить, объяснять, почему. Зачастую люди говорят: вы не оказали нам ту услугу. Вот мы хотим научить жителей отстаивать свои позиции за каждую услугу. Если тебе неправильно, ну, плохо дали отопление, это плохая услуга, надо вызвать председателя или ЖЭК, составить акт, взять свидетель и правильно зафиксировать, для того, чтобы можно было подать в суд и отстоять в судебном порядке о том, что услуга была некачественно представлена. Вот мы для этого создаем в Киевском районе сейчас 3 офиса для оказания юридической помощи. У нас зачастую люди не знают даже, куда идти. И как правильно этим своими правами пользоваться. Вот для этого мы сейчас это все делаем и будем развивать и полностью помогать. У меня большой опыт в депутатском корпусе, поэтому помогали, создавали там, где мои округа все были. У меня еще не было ни одного округа там, где я был, где меня вот до сих пор звонят и говорят: когда вы вернетесь? Вот я вам говорю: возвращаемся. І ще хочеться ще питання Денису щодо взагалі програм та ініціатив Української морської партії, тому що Київська районна організація — це частина команди великої та надійної, але щодо саме ініціативи з Конституційним судом, ось щодо його переведення в Одесу, що можете сказати? Ну, я можу відмітити, що дана ініціатива Української міської партії Сергія Васильовича Ківала дійсно актуальна і має місце бути, як у нас в Одесі говорять. Да? Чому? Тому що на сьогоднішній день обстановка в Києві достатньо політизована. Ми знаємо, що такий орган судебної власті, як Конституційний суд,
предназначен для того, чтобы проверять на законность, на соответствие Конституции, точнее, да, вот все наличные личные законы и нормативно-правовые акты. Соответственно, это очень важный орган, и зачастую, с учетом вот последних тенденций политических, на данный орган, ну вот мы видели, да, вот влияние имеется, да, поскольку придается огласке, некоторые депутаты начинают, народные депутаты начинают поднимать разные вопросы о смене, например, главы Конституционного суда или прочее. То есть я считаю, что этот орган должен быть вне политики. Поэтому перевод его сюда, в Одессу, это отличное решение. Почему? Потому что здесь достаточно сильная правовая школа. Хочу отметить, что из 18 судей Конституционного суда, 12 — это одесситы. То есть это говорит о том, это большинство. Соответственно, это говорит о том, что в Одессе действительно сильная правовая школа. Тобто им легче будет на работу діставатися, скажем. Во-первых, да. Во-вторых, мы ж судьи — это не все. Конституционный суд не заканчивается судьями. Это огромный аппарат, да, который служит, который помогает судьям принимать законные решения. А что это взагалі даст правовой системе Украины? Такие такие изменения. Непосредственно перевод вы имеете в виду? Да. Ну, как по мне, в целом, это уведет данный орган от достаточного давления в Киеве, да, то есть это позволит, поскольку в Одессе, ну, мы скажем, здесь у нас органы местного управления, да, у нас здесь нет каких-то государственных институтов, кроме того, как вот военно-морские силы, да, мы знаем, что Одесса стала столицей флота, да. Но, тем не менее, мы знаем, что у нас Одесса — столица юмора, столица флота. Ну вот сейчас, как по мне, самое время, чтобы официально она была признана еще у нас и правовой столицей. Да? Не будет никакого влияния политического, будут приниматься, продолжать приниматься законные решения без давления. Насколько я знаю, по инициативе Сергея Васильевича Кивалова, председатель Конституционного суда, по-моему, с этой инициативой был согласен. И данную инициативу, насколько мне известно, поддержали депутаты Одесского городского совета. Поэтому это очень правильное решение, оно имеет место быть и должно быть реализовано. Дуже цікава думка вас, Олег, також, з цього приводу. Я полностью поддерживаю Дениса, потому что все-таки любая правовая форма, которая независимо, скажем так, будет давать правовую оценку независимую, это очень тоже важно. И кроме этого, это придаст статус нашему городу, как бы мы и так уже называемся второй столицей после Киева. Поэтому я думаю, что у нас, во-первых, появятся рабочие места дополнительные, правильно? И, скажем так, юридическая академия будет еще более востребована в кадрах, правильно? Що стосується юридичної академії, кожен раз ми говоримо про дуже гарні умови спортивні, інфраструктуру, а ось у Київському районі не так все з цього приводу добре. На жаль, не вистачає стадіонів, насправді не вистачає умов для спортсменів, для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Що з цього приводу от є якісь плани, мабуть? Тому що, наприклад, взяти стадіон, який називають в народі Яма, так, автомобіліст на вулиці Вільямса, там поряд з 55-ю, 65-ю школою, вже майже 5 чи навіть більше років постійно йдуть розмови про те, що там планується будівництво, спочатку спортивного комплексу там для гімнастики чи інших видів спорту. Зараз взагалі через пандемію ці розмови якось стихли. Як ви бачите, наприклад, ось про цей стадіон та взагалі про умови в районі, як можна покращити? Ну, я скажу перше. Смотрите, між 86, при 86 школі построєн уже прекрасний стадіон. От я знаю точно. Так. Сам бачу кожен день. 89-ї школи стоїть стадіони бази Чорноморця, пам'ятаєте? Це теж насчет того, що... Це окреме питання, да, про Чорноморець. Тому, крім цього, я на минулих виборах обіцяв поставити льодову арену, і ми от закупили обладнання, вона у нас вже лежить на складі, ми зараз тільки подискуємо правильно, точніше вже подискали майже територію. Зараз от із-за пандемії, скажімо так, чуть все приостановилось, але ми б її реалізували б к сентябрю. Якщо б не було пандемії, ми б поставили на маршала Жукова возле БМВ-центра, поставили бы там ледовую аренду, там, где учились наши фигуристы. Мы полноценные. Тобто и для хоккея, и для фигурного? И фигурного катания, причем со школами, со всеми мы уже договорились. Просто вопрос в том, что оно чуть-чуть подтихло, связано с тем, что, ну, вот ждем, когда у нас
мы наконец-то выйдем с карантина, и все у нас будет хорошо. Поэтому поверьте мне, что мы Киевский район будем развивать и развиваем, невзирая на какие-то политические действия. Я как истинный одессит, житель Киевского района, я очень люблю Киевский район, и я делаю все, чтобы жители Киевского района были счастливы. Я скажу честно, у нас очень красивый Киевский район, и я горжусь, что я живу, и живу я в нем тоже. Дуже-дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії і бажаю Спасибо успіхів. Вам. Сьогодні у нас в гостях голова Київської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова Олег Кіктенко. Дякую. Спасибо. А також активіст Української морської партії Сергія Ківалова Денис Чумаченко. Дуже дякую. Дякую. Мене звати Дмитро Богомолов, ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами.